Раз в две недели главные места отдыха в Саранске в целом по Мордовии тщательному изучению подвергает Роспотребнадзор. В этот раз взяли почти 150 проб воды и песка в самых разных точках республики. Начнем с Саранска. Главные водоемы города снова сдали плохие анализы. По последним данным, по результатам исследований, не соответствует качество воды. Это в городских водоемах Зеленая роща, Луховское, Лесное озеро, Старт. Вот. Сегодня мы получили результаты еще и о несоответствии песка Зеленая роща и Луховская. Поэтому водоемы, расположенные в черте города, для отдыха и купания населения использовать нельзя, в связи с тем, что качество воды и песка не соответствует по показателям микробиологической безопасности. В этот раз внимание обратили и на частные пляжи. Таких мест отдыха в этом году на грантовые деньги сделали целых 7. В Зеленой роще, у огней Саранска, на Сузгаре, на Суре в Сабаево благоустроили Гусиное озеро в Больших Березняках и пруд на реке Лямберка. Только и среди них не все оказались безопасными для купания. Мы отмечаем, что не соответствует качество воды. Это озеро Гусиное, озеро и водоем на реке Лямберка, река Сура также не соответствует. Во всех остальных исследованиях все соответствует. Сузгарье, Карнаевский водоем, они соответствуют. Искупаться без опаски можно только подальше от Саранска, в Сенгушевском озере Телемерке, Темниковском Вячкишеве, чуть ближе в Больших Березняках Вынырке или Качкуровском озере Черное. В других водоемах буйствуют бактерии. В пробе почва именно в песке и в воде водоемов не соответствует по микробиологическим безопасностям. Именно выявлено превышение предельно допустимых концентраций обобщенных калиформных бактерий и кишечной палочки. В связи с тем, что вот установилась такая теплая погода и население республики, часто мы видим, что купается со своими домашними животными, вот, попадает в фекальное загрязнение воды, поэтому свидетельствует о свежем фекальном загрязнении, и поэтому показатели не соответствуют. Соответствует именно по микробиологической безопасности. В общем, загрязняют песок и воду сами отдыхающие. Кроме питомцев, микробиологию портит мусор, который не всегда доносят до урн, и нужда, если места отдыха не оборудованы туалетами. Хлебнуть такой водицы значит с большой долей вероятности получить кишечную инфекцию. Именно поэтому специалисты и не рекомендуют отдыхать на необорудованных пляжах. А еще потому, что там нет спасателей. Но это уже рекомендация от МЧС и ГИМС. Они регулярно появляются на пляжах только не ради отдыха, а чтобы предупредить об опасности. Уважаемые жители и гости республики, Главное управление МЧС России по республике Мордовия напоминает вам: не выбирайте для отдыха необорудованные пляжи, не заходите в воду в нетрезвом состоянии, не оставляйте своих детей без присмотра. Светлана Лашина, Павел Толобаев, наши новости.